Привет, мобильные геймеры, с вами Фликер, и спешу вас обрадовать тем, что в Intez Dead 2 появилось что-то новое. А именно, разработчики решили поменять сюжет в первой главе, и мне очень хочется на это посмотреть, потому что сюжеты в этой игре и истории мне нравятся. Это единственная, наверное, бесплатная игра, посвященная как раз зомби-апокалипсису, где у нас есть сюжет, и она бесплатная. Да, здесь есть внутриигровые покупки, но ими не обязательно пользоваться. Я за все время провождения в этой игре ни разу не воспользовался, и в принципе у меня стволов и прочего хватает. Что ж, давайте перейдем непосредственно в историю. У меня первая глава практически пройдена тут на все золотые звезды. Итак, давайте посмотрим, чем же у нас теперь отличается первая глава, что здесь по сюжету они поменяли. Возьму сейчас какой-нибудь стволец, которым я 1000 лет не пользовался. Надо какой-нибудь пистолет взять, наверное. Спутника, кстати, даже можно выбрать. Серьезно? Ну давайте возьмем вот это вот. И выбрать надо резервное оружие. Ну, пусть будет вот это. Можно его, конечно же, прокачать, но я не буду сейчас ничего прокачивать. Питомца я тоже брать не буду. Погнали, посмотрим, чем отличается у нас теперь первая глава. Если вы не знакомы с игрой, то можете посмотреть первое мое, так скажем, впечатление и прохождение первой главы. Оставлю для вас в подсказках. Ну а сейчас все должно вроде как поменяться. А здесь они музлишко, короче, добавили на задний фон. И у нас также дорога, в принципе. Также проезжает вот этот грузовик, в котором едем мы. И также идет зомбак. Они добавили в основном только музыку, которая очень мне напоминает The Last of Us. И, кстати, фотография. Ты далеко? Тут передали еще одно радиосообщение. Эта зараза распространяется быстрее. Лучше бы тебе... Я слышал. Держись, сестрички. Я постараюсь вернуться как можно скорее. Да, это сестра и дочь. Я все их путаю. Но пока у нас все так же, может быть, деталей стало больше. На самом деле, надо сравнить. Кровь... Вот этого, кстати, не было. Таких вроде бы разбитых окон. Раньше не было, насколько я помню. Чуть-чуть по графону, может быть, они еще подняли. Да-да-да. Ну, чуть больше анимаций стало. Различных. Это все точно так же. И дальше мы погнали, типа. Машина разбита, но я в порядке. Я возвращаюсь к нам. Вот этого, кстати, не было и здесь. Немножко у нас это поменялось. Раньше такого вроде бы не было. Очень много машин, короче. Ох ты, что-то быстро у меня все закончилось. Так, окей. Небольшие, прям незначительные измерения. Ух ты! Вот это круто! Смотрите, они интерактивы сюда немножко такого добавили. Даже не интерактива, а немножко живизны вот в это все. То, что происходит здесь. Прикольно, прикольно. Раньше вот эта тачка не врезалась никуда. Ничего подобного не было. Ну, первое задание у нас достаточно быстрое, короткое. Интересно, что будет дальше. Давай, автоматик перезарядим тоже. Ну все, мы, в принципе, дошли. Смотрим дальше, что у нас. Ты меня слышишь? С тобой все в порядке? Где ты? Это то же самое. Со мной все в порядке, но я остался без машины. Вот этого, по-моему, диалога не было. Господи. Что случилось? Они повсюду. И на этот раз их целые толпы. Где ты? Мы выезжаем за тобой. Ни в коем случае, Эллен, отвези Мэгги в отцовский дом. Забаррикадируйте окна, как я тебе показывал. Ты слишком далеко забрался. Да-да, я же тебе говорила. Всегда одно и то же. Здесь даже чувствуется, что некоторые диалоги они заново, что ли, прописали. Но прикольно, прикольно. Интересно, что еще здесь добавили? Пока незначительные изменения я увидел. Так, давайте заберем какой-нибудь мешочек. Серебришко обязательно нужно. Итак, второе задание — путь к развалинам. Здесь у меня тоже все на элитном уровне выполнено. Так, что возьмем? Давайте глюк возьмем и молот. Пройдемся с ними, но зажигательные патроны мне не нужны, оставлю пустыми. Не вижу смысла, погнали, короче. Посмотрим, что у нас здесь. Ага, сюжета никакого в начале нет, мы просто продолжаем идти. Постараюсь пройти полностью первую главу. Слушайте, как будто бы что-то летит.
Ага, реально. Это, наверное, те десантники. Может быть, а может быть и нет. Вон что-то они скинули. Слушайте, прикольно, прикольно. Немного прям они добавили улучшений всяких. Визуальных и звуковых, кстати, тоже. Прикольно, прикольно. Придает какую-то атмосферу то, что трындец творится реально. Вот как будто бы The Last of Us, когда там все начиналось, вот тоже такие же сцены были, где кто-то разбился, что-то упало, взорвалось и так далее. Но пока кардинально ничего нового я не вижу. Так, молот хорош, надо будет его качать. Знаю, что многие заждались видосы. Ты там, дедушка? Здравствуй, милая. Давай зайдем в дом, ладно? Мы только что заехали к отцу, мы пока побудем здесь, но лучше поторопись. Отлично, слушай, дай трубку Мэгги. Папочка, слушай, солнышко, тут такое дело. У меня тут сломалась машина, и, в общем, я немного задерживаюсь. Ты присмотри пока за тетей, ладно? Я скоро приеду. И как будто бы фотография почетче стала. Я люблю тебя, солнышко. И я люблю тебя, папочка. Все понятно. И тут он что-то... Что это такое? А, велосипед трехколесный. Прикольно. Прикольно. Ну, чуть-чуть есть какие-то новые диалоги. Я вот, допустим, не помню голос Мэгги абсолютно. Ну, понятное дело, я достаточно давно уже играл. Так, корм для псины мы нашли. Давайте третье задание. Возьмем парочку из картеля, наверное, и что-нибудь вот терминаторовское. Погнали еще раз. Посмотрим, что у нас изменилось здесь. Ну, прям Макс Пейн, мать его. Так, видите, да? На заднем фоне вот, видимо, самолет упал, и сейчас там все горит. Ах, хороши беретки. Хороши, не. Звуковые эффекты они добавили. Блин, пик-пок, если вы меня смотрите, сделайте уже какую-нибудь сюжетную игру, пусть платную, наподобие, я не знаю, The Last of Us, какую-нибудь историю расскажите. У вас это, в принципе, хорошо получается, у вас есть опыт. И вы можете от первого лица сделать действительно годный проект. Вау, 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 вау. Что это такое? Истребители? Прикольно, они что-то, возможно, там взрывают по смыслу. Охренеть. Не, слушайте, четко, однозначно атмосферности они добавили. Молодцы. Вот этот вот низкочастотный звук, давайте терминатора включим. Ах, мне нравится. А ты мне нравишься, нравишься, нравишься. Так, мы к какому-то дому пришли. Возможно, здесь какая-то сейчас будет сюжетная вставочка. Эллен, как вы там? Мы почти на месте. Это, конечно, не крепость, но лучше, чем ничего. Вот только Мэгги здорово напугана. Дай Молли ее плюшевого медвежонка и обними. Ладно, я попробую. Спасибо за совет. Я просто не знаю, как вести себя с детьми. Да ладно, ты прекрасно справляешься. Главное, держись. Ага, и мы, короче, к дому. Что я вот заметил? Я, конечно, опять же, повторюсь, давненько не играл и могу что-то упустить, но... Как будто бы диалоги Джеймса перезаписаны заново. То есть прям чувствуется, Эллен, она так же звучит, а вот Джеймс по-другому. Итак, четвертое задание у нас. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Так, блин, хочется реально разными стволами поиграть. Давайте ампутатор возьмем. Ну и, например, скорострел. Кто-то писал то, что ампутатор вроде как намного лучше, чем приговор. Возможно, при определенной прокачке такое есть. Может быть, он урона больше наносит. Опа, опа! Офигеть, кто-то улетел. Сейчас, наверное, они упадут.
А нет, смотрите, выровнялся. Ампутатор, кстати, мне очень напоминает оружие из Дюк Нюкема. Там, по-моему, подобный тоже стволец был. По крайней мере, я его почему-то таким запомнил. Вот было бы классно, если бы возродили Дюк Нюкем. Хотя бы, не знаю, для мобилок сделали какую-то версию. Ух ты! Так, а это что? Похоже, тоже, кстати, на берету. Но, блин, мощи не хватает оружию. Офигеть, 3 патрона всадил, и ему хоть бы хны. Так, а это что такое? Короткие очереди. Окей. Во! Ух ты! А этого не получилось сразу разнести. Не, хорош! Опс! Дальше из ампутатора. Ампутируем всех их. Не, классно то, что они вот какие-то оживленные моменты добавили. Вот с этим вертолетом что-то подпрыгивает, как будто лягушки. Ты был прав. На этот раз их целая армия. Похоже, они идут из города. Как там Мэгги? Что тебе сказать? Она до смерти напугана, и я ее понимаю. Постой, тут я заканчиваю разговор отцу, надо... Что случилось? Его укусили, Эллен. Эллен, это укус? Проклятие. Ну, реально, как будто Джеймса переозвучили заново. У вас какие мысли по этому поводу? Кто начал перепроходить первую главу? Также 4 июля, насколько я знаю, в день вроде бы независимости США, должны еще какое-то событие завести в игру, но там будет всего лишь на какой-то ствол, не сюжетное, насколько я знаю, но может быть сюжетное, посмотрим. Обычно Пикпок сразу пишет, вот мы выпустили там такое-то обновление, оно в себе содержит короткий сюжет, наслаждайтесь, играйте. Они сейчас очень сильно в Твиттере пиарят, ох ты, смотрите, ливень. Ливня раньше не было, насколько я помню. Тэдэш! А, хорошо, прям как Дум, а! Думец! Так вот, они сейчас очень активно пиарят в Твиттере игру, где вы играете за агента. Не, реально, как будто бы игрофон что-то у нас как-то изменился. Игра, которую они пиарят, я не помню, как называется, но она доступна только, насколько я помню, в Apple Arcade. Вообще, если вам вдруг интересны игры из Apple Arcade, обязательно пишите в комментариях. Я, может быть, какое-то отдельное видео сделаю. Ну или сделаю топ мобильных игр из Apple Arcade. Так, хорошо. Все пока замечательно идет. Вот у двустволки у меня нету патрончиков. Это грустно. И, кстати, достаточно длинная вот эта... миссия. Нам здесь, смотрите, добавили, короче, гром, молнию, ливень сильный. Прикольно, прикольно. Я думаю, что они вот это все будут добавлять и в другие главы, чтобы, ну, игруха немного интереснее становилась. Косим зомби, косим зомби, косим зомби. Блин, 150 зомбаков надо, короче, завалить, чтобы мне на все 5 звезд это элитное задание выполнить. Я вот что-то забыл. Давай, 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 давай. Сейчас мы вот так красиво сделаем. Я сказал, красиво сделаем. Ох, убить 150 зомби заодно выполнил. Красота. Не, мне двухстволка однозначно нравится прям. Бомбическая. И как будто бы реально они что-то с эффектами сделали, с анимацией. Она как будто бы стала лучше. Так, 150 зомбаков мы развалили. Блин, Пикпок! Вот почему вы до сих пор со мной не связались? Я бы вам столько насоветовал. Они реально могли сделать классную игру по зомби-апокалипсису. Джеймс, Джеймс, ты меня слышишь? Они ломятся в дом, не знаю, сможем ли мы продержаться. Папа,
Эллен, что случилось? Эллен, скажи мне, что там у вас происходит? Твою мать! Ну, реально его как будто переозвучили. Да, деревья здесь вызывают вопросы, конечно, но... Ладно, ничего страшного. Докопался, это мобильная игра, мужик! Так... Ну, это у нас вроде как предпоследняя, да? Ну и давайте попробуем здесь все выполнить. Убить 30 зомби разрывными пулями, убить 110 зомби, убить 2 зомби одним выстрелом 15 раз, офигеть. Здесь, значит, нам надо брать какой-нибудь приговор. Ну, давайте молот возьмем и разрывные мне нужны. Разрывные. И что-нибудь. Тоже надо, короче, такое, чтобы несколько зомбаков убивать. Блин, все-таки автомат, наверное, надо взять какой-нибудь. А, давайте легион возьмем и пусть будет начальный боезапас. Погнали, посмотрим. Ох, снова ливень. Здесь они ничего, в принципе, особенного не сделали. Скорее всего, нас что-то интересное ждет в конце. Ох, мне нравится звук у него. Вот, и со звуками оружия здесь все так классно. Ну, держись. Хотя бы 110 зомбаков. Но убивать здесь. Я вас закашу всех, твари. Опа. Что-то еще? Звук какой-то был, как будто бы фура, может быть, приближается или что-то в этом роде. Так, давай, чуть-чуть осталось. Так. Один километр, вряд ли, конечно, я смогу. Вот, блин, надо убить несколько зомбаков. И все, они все, как вы видите, не совсем по кучкам даже идут. Вот как мне миссию выполнить, когда вот тут такая засада? Вот видите, они далеко от друг друга. Я бы, конечно, мог их взять рядом. Вот двоих развалил. Так, здесь где-то у нас... Ну, блин, вот видите, они прям очень далеко друг от друга находятся. Как миссию выполнять, фиг его знает. Давай поменяем обратно на легион. Во, блин. Не вовремя. Хотя вот, давай. Да ёкарный бабай вообще промахнулся. Грусть, печаль, разочарование какое-то. Все уже заканчивается у нас. Дорожка наша. Что? Даже 110 зомби не развалю, что? Вообще ни одно задание не выполнил. Вот, блин. Да, бывают такие моменты. Эллен, что случилось? Пожалуйста, просто. Я застрелил отца. Он изменился. Он сошел с ума. Он набросился на Мэгги. Мне пришлось сделать это. Я его застрелил. Господи, я застрелил родного отца. Я убила папу. Вот это я не знаю, кстати. Похоже, что... И Эллен тоже переозвучили. Господи. Вау. Слушайте, реально как будто бы что-то изменилось. Ну, руки у Джеймса тоже поменялись. А это у нас врезался, короче, состав. Офигеть. Ну, слушайте, круто. Круто. Мелочи изменили, но приятно, приятно. Визуально хорошо выполнены. И в звуковом плане, конечно, тоже пик-пок постарались. Молодцы, молодцы. Что ж, народ, на этом, пожалуй, все. Мы посмотрели на обновленную первую главу. С вами был по-прежнему Фликер, мобильный геймер. Всем пока.